Всем, ребят, привет! Мы сегодня в гостях у Саши и Русланы, только где-то нет? Да, там мы только зашли, она там. А тут можно курточку вешать, да? Ну да, на крючки. Ого, вот это ремонт! Мы только пришли домой. Мы с Сонечкой. Где, вчера, как там Черкасы? Да нормально, да? Все как на юго-западный. Хорошо, все, да? Все как я люблю. Ой, там мы только зашли, короче, поняли, что надо вещи разбирать, и тут ты пишешь: о, я иду в гости, давай окей, залетай. Да, навестили. Там мы сколько там, дней 5 были, или 7, я не помню. Опа. А в Киеве что-то? Тоже, четко? Ух ты, какая ванна. По-богатому, да? Сережа решил, да, тур сделать. Ну, конечно. Обзор. Да, ты что, Саня, тут балдежи принимает? Ну, реально, да, принимаешь или нет? Такой лягу. Или нет, просто моешь чисто душу? Да не, ну когда как, когда спешу, то душем, когда... Или уже, если... или только поначалу? Ну, Слана каждый день ее... Джакузи, да? Да, так что... Не, ну не... красиво у вас тут. Вот так вот живут криптовалютчики. Какие криптовалютчики? Да, да. А, кстати, ты говорил, у тебя весы жир показывают. Вот эти, да. Да? И да. Что? Ну, типа, встаешь, там приложение, Руслана на телефоне. Ага. Если хочешь встать, мы можем приложение. О, я бы, кстати, взвесился. Добавляешь гостя, и как бы оно покажет. И ну, как оно так хотело? Вообще надо без носков вставать, потому что вот эти железки как бы... Считывают, да? Считывают, но я честно скажу, я не особо верю. Угу. Вот Руслан. О, привет! Привет! Привет, как дела? Отлично. Привет, проходите. Вот смотри, пахнешь? Фотография. А, да. Это где вы? Мальдивы, да? Ну да. Сразу вроде видно. Вроде не Занзибар, да? Тут ну, таких да. Домиков нет. Хотя там есть ресторанчик похожий, угу. Тоже соломенный. Вы не видели? Между Кендва и Нунгви. Да, там был такой. Да, был. И ага. Все делают фото там, как бы, вроде на Мальдивы. А ну-ка. Что, встать хочется? Хочу просто хотя бы взвеситься. 81 и 700. А глянь, встань на эти. Помнишь, когда я тогда остановился? Давайте, встань просто. 73. Можно встать? 73. Так. Они тоже показывают. Вот, для сравнения. А, я думал, это 90. Не, 81-85. На одних весах одно, на других другое. Поднаел. Ты уже тоже так, да? Тут я сплю вот с этой стороны. Это у вас получается однокомнатная или как? Ну, получается вообще, да. Тут перегородки нету, да? Тут спальня, да, там гостиная. Ага. Шкаф. А не хотели сюда телевизор повесить? Да нет, что мы будем вешать? В центре тут шкаф меньше сделать? Там не хотели? Там зеркало, я думаю, вполне достаточно. О, смотри, какие люстры. Да, кстати, которые... Кстати, вот такие вот люстры мы хотели заказать. Ну, мы заказали не такую, не широкую, а узкая, тоже вот так вот подвесная. Они похожие все. Типа ну, да. Не шарик, а цилиндр такой. Mm, блин. А, да, этот. Вытяжка свет мотает, да? Думаешь, потом плати. Да не свет, а шум немножко неприятный. Блин, ну потолки у вас, конечно, топчик. Слушай, о, ничего себе! Мы зашли полчаса назад, мы не знали, что ты придешь, ага. И смотри. Капец, равно, бутеры, колбаска, сырок, прям пицца целая. Что я тоже там да, приготовила? Мы, короче, принесли пирог. А, вы тоже со своим? Это, да, но... у нас же яблоко, короче. Я вчера я пакет притащил, мне вот. Яблок так Соня приготовила яблочный пирог сегодня. И мы его тоже захватили. Он свеженький, еще тепленький. Ну, да? Да ничего, можно, если что, подогреть. Да, тут я и на Чили, я да? Я сам соскучился за своей хатой. Мы, короче, были же в Дубае месяц. Ну, да. Приехали сюда, побыли 5 дней. Угу. И опять уехали в Черкасы. Ну, да. Короче, за Киевом Саня начал такое скучать. Такое чувство, что я в гостях, как и ты. Ну, то ну, есть да. Я сижу, это мне так непривычно. Думаю, блин, что это тут такое? Да. Как-то, как будто пригласили меня. О, это же Занзибара, да? Вот эти вот как их, Масаи. Почем ты их брал тогда? О, не помню. Это же было. Они парой вроде продаются, да? Назад. Да, вместе. Это нам тоже предлагали в Занзибаре вот таких вот Масаев. Ну, мы недорого. Но я купил всего лишь этот, как он? Может, долларов 10. Магнитик, да? А не магнит? Я не помню. Оп, все, успокоился. Так не магнит, а на часы, да. Тут у тебя кораблик, Греция. Это, да, с Греции корабль. То с Шри-Ланки Будда. А вот это? Где? Вот это. Это Тунис. Тунис, это амфитеатр, да? Туниса. Ага. То потом Черногория. Черногория. Мост. Это Египет. Ну, это сразу думаю, видно, узнал, да, да. Тут это понятно, как их? Таиланд, да. Нет, тут Таиланд, или вот как? Это, и вот это Таиланд тоже два. Это Черногория, это угу. Хорватия, то Турция, Бодрум,
Катар. Капец, я тут сувенир. Это Дубай. А, кстати, вот какая стоимость? Это Мальдивы. Ты помнишь? Ну, может, ну, хотя бы примерно. Может, $10 за каждый. По 10 долларов, ну, да? Корабль 5. Ага. Ну, то есть до там 10 надо 20. Было, короче, торговаться, да? Ну, конечно, по максимуму. Это ж Грузия. Узнал? Алинину. Джорджия Батуми, да. Мы же да. там были. Мы тогда куролесили, хорошо. Это да. Но это ты покупал раньше, да? Когда ездил еще первый раз. Да, еще первый. Mm-hmm. Ну, мы всегда как делаем? Первый раз в новую страну, берем тарелку, берем mm-hmm. какой-то сувенир на эту полку. О, а потом, мы если мы возвращаемся, то мы уже ничего не берем. Потому mm-hmm. что смысл? То есть уже есть как бы какой-то прикол. Ну, это Египет, вот это все. Просто мы в Египет там ездили раз 5, еще нигде не были, mm-hmm. и каждый раз почему-то привезли. Каждый раз ну, зачем, не знаю. Это вот это же Доминикана недавно купили. Я типа, люблю как, Пунта-Кана. Как Масаи тоже, да? Да, подобное. Этот. Ну, это там на счастье, подарки, да. да. Это уже не за границей. А вот это вот вы тоже покупали. Турция. Да. Дубай. Дубай. Хорватия. Это Египет. Что там еще? Доминикана. Болгария. Черногория. Это Грузия. Грузия, да. Кипр. Тунис. И Доминикана, еще раз, это мне просто друг привез. И получается две Доминиканы теперь. Ага. То есть одна я... А вот и это снизу что, получается это? Тарелка. А это тоже друг привез, это как бы не я. Это Каменец Подольский, ага. там что-то по Украине. А это, кстати, нам, да, Ставадури дали. У нас точно такие же самые сувениры. Даже не пришлось покупать в Грузии. Да. Короче, красота. А магниты вот, смотри, некуда вешать. А, у тебя еще и магниты есть. И они просто вот так вот лежат, и ложки. А что ты на холодильник не вешаешь? Какой? Он скрытый. А, точно! У тебя же он скрытый. Там нельзя. Никак, да? Это блин, ну у вас круто, видишь, есть это, как ее, подогреть можно. Микроволновка. Микроволновка, у нас ее нету, нам не хватает. Смотри, я хотел где-то, может, вот сюда повесить тулитию, карту. Да? Не, карту. А-а-а. И как бы прямо на каждую страну ты можешь вешать магниты. Есть специальная карта для магнита. Магнита, да. Такая, я думаю, да? может, где-то сюда, или, может, сюда, кстати, вот, мы тоже. Мы тоже думали насчет карты, только не магниты, а просто такой рельеф, не помню. А, да, да. Затирать это монет? Не-не-не. Мы думаем, типа, может быть, в этой трехкомнатной? Да. Получается, в зале карту просто повесить. Да, только рельеф, ну просто типа такая есть, разных цветов, типа сделана такая вырезанная. Чтоб просто висела она. Да. Так что, ну тут, короче, магниты и ложки еще. Не ага. знаю зачем. О, еще, тут так темно. Смотри, еще есть у меня такой прикол, с каждой стороны монетку привозить. Ну тут повторных много, потому что... И, короче, тут, ну, я не знаю, это долго, кучу. Да, если перебирать. Ложки? А это ты ложки, да, покупал? Тоже с каждой страны, да. Именно ты ложки тоже сюда берешь, да? Ну, да. А можно посмотреть? Конечно. Просто там темно? Сюда покажу. Это что? Это Мальдивы, по-моему, да? Угу. А ими есть можно или нет? Или это так? Можно и чай размешивать, по сути. С черепашкой? Ну, прикольно. Не знаю, я не вижу смысла, ну, как бы сувенирно есть. Как из тарелки. Ты же не будешь, что и тарелки есть? И магниты. Можно из Болгарии. Из Болгарии? Стрела как-то жалко. Нет, там я можно, имею в виду но... по ну, удобству. Тунис, она, по-моему, красками. Она сразу поплывет, если, например, ну, да. такую насыпать. А у вас больше свет тут не включается? Вот включается. Вот этот. О, так вот так, да, так получше прям. Да не знаю, мы считаем, что и так много света. Это мы так включили. А так у нас одна вот эта центральная включена, получается гостиная плюс mm-hmm. прихожая. И свет попадает и на кухню, и в комнату, и сюда. То есть этого достаточно. Потому мы, ну как бы, не то, что мы там экономим, просто нету смысла, чтобы оно прямо как фонарь такой, ну, знаешь, да. от головой. А не цепляешься? Попривыкал к этим лампам? Да я их даже не включаю, они просто висят. Как для красоты, да? Ты думаешь, что головой об них бьюсь? Ну да. Да вот тут вот, не? Вот это не цепляешь? Не-не. Так я ж туда на стол не лезу. Ну да. Это у нас просто такая ситуация на кухне, мы постоянно этот стол дергаем. Если бы у нас там была лампа, то постоянно мы бы стукались, да. Так мы ее то в комнату тащим. А? Ремонт делается? Что мы последний раз сделали? Потолки заказали. Да, мы заказали потолки. Все-таки на весну. Пришел человек, померил, да. Померил потолки, мы решили белые. Ну, наверное, подобные, но только белые, у вас, только да, но только у вас совсем какие-то а другие. У нас просто натяжные. У нас просто натяжные обычные потолки. О, не, это есть предложение. Это одно не остановится.
Это страшное дело. Я объясню, что это за бутылочка. Она не просто тут так стоит. Это когда мы в Дубае были. Когда я делал Руслане предложение, у меня есть друг в Дубае. И он, короче, это шампанское с тортом отправил нам в номер и нам ничего не сказал. Мы, короче, приходим в номер, стоит просека, стоят пирожные. И я такой говорю, Руслане, блин, неужели отель подарок сделал? Ну, никто да, мне конечно, не сказал. Вот так вот раскошелился. Я говорю, ну да? Как это, ну что-то это. У вас же простой отель был. Самый дешевый у нас был отель. Я думаю, ну не может быть, ну как это? А потом мне пишет мой друг, говорит, типа, с праздником. Все понятно. Все понятно, что подгон. Мы тогда и так шампанского напились в ресторане, потом мы решили его забрать домой, типа, на какой-то случай. Ну да, зачем он надо там? Ну вот он, этот случай. На какой-то случай. Ну что, открываем? Сейчас потолки побьешь. Ты с хлопком? Не знаю. Посмотрим, как получится. Ну, блин, я думаю, нормально шампанское будет. Прямиком из Дубая. Из Дубая, да. А там вообще дорого? Я не знаю. Алкоголь? Есть алкоголь. Нет, не сильно дорогой. Дешевый, но опять же, смотря какой брать. Там акций очень много. Но там магазины только туристов пускают. То есть ты по паспорту заходишь. Берешь алкоголь, тебя там вносят в базу, что ты местный алкоголик, что обычных людей не упускают. Еще резидентов пускают. Ты... Что я сделал? Ё-моё, он тут это поломал. А вот это что было? А это вот эта лампочка. О, попробовали. А, ну она яркая такая, да, когда ее включаешь. Ну, одной группы не хватило. Что? Помнишь, мы тоже такой смотрели подобный, нам бы не хватило, если бы мы взяли. Слушай, у нас же там зал. На Новый год зашли, как будто. Или на день рождения. Да скоро уже Новый год, так что начинаем, да? Подготовка. Так, она сильно шаталась в чемодане. Но она же постояла, поэтому я думаю, нормально. Все равно стрёмно. Да? Может бахнуть? Ну, я думаю, что да, я аккуратно. Ну, ну хорошо, хоть не в люстру. О, с дымком. С дымком. Пошло. Прям дым пошел. Сейчас попробуем. Ну, это не как бы в Дубае куплено, но оно итальянское. Это как? Ну, итальянское. Типа привозят они? Ну, конечно, импорт. Вот это залетели, да? Ой, я чувствую, что... Я же говорю, одной бутылкой это не обойдется. А еще есть сидр. Ого. Сидр, это папа Руслана нам сегодня передал. Ну, литр передал. Домашний, да. Он говорит, я сделал сидр, потому передаю вам. Так он, наверное, мощный, да? Я не знаю. Как самогонка? Нет. Сидр это как вино. Слабоалкогольный у нас продают, но забродившие яблоки. Я понимаю, что сидр он слабенький, но домашний, то может он крепкий, да, нет? Да, домашний он крепкий. Ну так, вот, он, наверное, рубает конкретно. Короче, так я руки помою. Да. Давай. Короче, этот, разливаю уже по бокалу, бы тут остается мало, уже чтобы по одному всем было, и все. Сразу, мне понравилось свое лицо, когда я достал. Я просто думал, мы чай попьем там и все. Ну так чай же тоже будет сейчас. Ого. Я еще говорю, блин, да не будет. Так, чтобы каждый день как праздник был. Вот как сегодня. Вообще, я обожаю спонтанные встречи. Вот ты написал, я зайду на чаек. Ты думаю, окей, типа, бац-бац, там пыль чуть вытер. Сразу подсветился. Колбаса есть, да, типа, давай тосты намутим, салатик там. А потом говорю, о, это же шампанское есть, можно открыть будет. И все, ну типа, я не знаю, я люблю. Есть люди, которые наоборот, им скажут, блин, там, полетели куда-то. Ну и все. Да подожди, это ж надо заранее, это, короче, надо недели две предупреждать меня. Я, ну типа, не люблю. Я всегда вот так, за любой движ. Да. Пошли. Получается все. Да. Саня говорит, ты мне скажи, я за полчаса соберу свой гипет. Не, без проблем, но мы часто летали горячими путевками. Смотри, я думал, тут его это... Как раз всем по бокам. Ого, ты прям полный налил. Все полные, все. Минус шампанское, сколько тут? 0,7, наверное, да? 0,75, 750. Да. Угу. Ну, попробуем. Так, у меня, короче, каждый день гуляй, пьянка, слышишь? Вчера самогонка, сегодня шампанское. Ты будешь, и тебя спаивают, да? Так ну а что ж, или получается как, так. Я видел, ты там такую эту банку самогонки. Да, достал. Да, литровую. Что там пошел брать? Стулья. А-а-а. Ты что думал? У тебя как в баре. Каждый день пьянка. Каждый день пьянка. Ходишь в зал, что не ходишь. А ты ходишь? Ну я отмечаться. Последнее время.
Так. Так куда, сюда ставить? Ну, как удобно, так и стал. Опа. Чикс. Оп. Это получается плитка, да? Это ламинат. А это ламинат. Ну, у вас тут переход. Ну, да. Там плитка на кухне. О, вот это да. А вот это залетели. Еще минут 10 надо. А, вон, смотри, там еще тост полный этот. Это капец. А мы пока салатика. Это, я помню, такие бутеры готовил за 5 минут. Да. Помнишь подобные? Быстрый, вот это колбаска, сыр, они вкусные, знаешь, и быстрые. Фу. Что? Ну ничего, я как-то так быстро все, знаешь. Подсуетился, да? Ну да, типа сколько тут, полчаса прошло. Ну да. Читай, мы час назад зашли домой, угу. Через 15 минут ты пишешь... Я зайду на чай. Ну да. И через полчаса мы уже сидим все с налитыми бокалами. Понимаешь, как это все происходит? Вот это получается спонтанные встречи. Ой, думаю, да. Это просто так получается, что мы живем рядом с Сашей. Мы соседи, можно сказать. Ну да. Тут нам идти 2 минуты. Какой, да? Ну да, 5 минут максимум. Фух. И вот так вот. Теперь постоянно тусим. То что, Египет уже отменяется? Я даже не знаю. Главное, в Египет. Тогда цена была хорошая. Сейчас сколько было? Сейчас сколько тогда было? $250, да? Сейчас аж 13 тысяч, самый дешевый отель. Ну вот. Цены лишь как подскочили. Причем тот же отель, который был за 6. Это половина вообще... Тысяч. Теперь даже не хочется принципиально покупать, потому что ты знаешь, что было за 6. Так знаешь, в чем прикол? Там дожди начались. Да в смысле? Там один день, по-моему, дождь может... Там вроде дождь идет. Да? Ну ты же мне скидывала. Да, кстати, это ж ты мне скидывала. Шарме, сегодня шторм, дождь и вчера был. Да. И там даже свет. Ну, мне кажется, там 2 дня максимум может быть дождь. Так что прямо все время дождь. Так, чтобы в Египте дождь был, это как-то странно, да? Ну да. Нет, даже в Дубае бывает. Да, сейчас вон я вас руку. Там пирог уже. Да. Парагамент не прилип, да? Ну, Сань, пожалуйста, тарелочку. А как она открывается? Да, у вас же ручек нету. У вас эти доводчики, да? А ты думаешь, этот? Что так просто? А доводчики, да? В смысле, типоны. Типоны? Ну да, нажимай. Ну да, это доводчики. Ну, нам этот мастер говорил. Оно по-разному называется, наверное. Ну, я не знаю. Мы когда брали, то говорили типоны. Угу. Что, Новый год начался? Да. Осталось елку поставить. Мы, кстати, купили в прошлом году белую. Ну, такую в снегу, типа. Угу. Кстати... Что-то мы захотели. А мы тоже хотели. Мы когда-то хотели. Мы хотели тоже белые. Но именно не белые штучки, а она зеленая, а снег такой, как будто бы присохший на веточке. Ага. Ну, типа... А где брали? Она сыпется. Это же как пенопласт он идет, этот снег. А наша сыпется, не? Чуть-чуть вроде тоже наша сыпется. У нас иголки падают. Штуки эти сыпят. У нас тоже она слегка такая, как... О, пережечь. О. Пьянка намечается. Спонтанная вообще. Как-то все очень... Да, только мы Касю не взяли. Дом будет охранять сегодня. Да. Да. До утра. Да не, какой до утра. Каждая шутка есть доля правды. Ой, не надо, не надо. А то они сейчас все пойдут ко мне в Инстаграм. Там всегда самое интересное. За 100 грамм. Ну что, за встречу. Давайте, за встречу. Можешь ты туда... Да? Ну давай сюда. Оп. Опа! О, чикс. Ну, давай, удобненько. Попробуем. Давайте. За встречу. Угу. Опять что-то выключилось. А, это походу лампочка. Перегорела? Да. Там они какие-то, я купил. В смысле, перегорают вот эти лавочки? Одна была лампочки. Перегоревшая, а одна только что на глазах перегорела. Какие-то они акционные плохие. Что-то с ними нету. Короче, не надо в Ашане брать лампочки. Да, а мы в эпицентре забрали. Да, а в Ашане, кстати, но... продаются лампочки. Так, ну что, будьмо за Новый год? Угу. Ну, такое хорошее. Да, как встретишь Новый год, так и проведешь. Даже спирта не слышно, ну такое. Как будто грузинское вино, только газированное. Да. То, что мы... Ну-ка, сейчас. Ну, не кислое. Попробуем. Такое, еще пару бутылочек бы залетело. Да? Ну, как? Ого. Может, вкусно, надо... знаешь, оно как стукнет по голове. Слушай, мне да. Сидя, может, тебе надо снимать званый ужин? Да, ходить по гостям, так у меня была такая... Наливают. Слушай, у нас была такая рубрика, и мы, помню, залетели как-то к Полине на борщ. Помнишь? Да. Из этого мы решили заходить к друзьям, я сразу понял? И залетать, понял? На еду. Вот залетели теперь к Сане с Русланой. Они тут насветили салатик. Капусточка. Еще бутера вон куча. Да. Ну так вот. И шампусик.
Так что гуляем до утра, да? А щеки загорелись, как будто гореть начали. Да что, да, а что, а что бы не? Да, жизнь одна, живем один раз. Да, встречайте счастье чаще с друзьями, у меня уже начинается язык заплетаться. Да. Встречайте счастье с друзьями. Да, счастья, здоровья и всего самого хорошего, да. В общем, подписывайтесь, пишите комментарии. Хлопушки надо еще запустить. Да. Всем удачи, будем взрывать еще хлопушки. Тут, короче, так получается, что одни дни рождения. Сейчас так получается, у меня у всех, у знакомых дни рождения идут. У меня, у Сони, у тебя. Да, у моей крестницы. Да, потом у тебя. Далее у Сони идет. Потом у Серова, да. Так что... А потом в конце Новый год еще да, после этого. А потом еще у меня. А потом у меня самого последнего, да. А потом Старый Новый год. Короче, не пьяные. Да, а потом уже лежишь где-то в Катюжанке или где-то. Да, да, в Катюжанке. В феврале, февраль в Катюжанке. Тупо на этом, на оздоровлении. Так что, ребят, все, всем удачи, всем пока. Хорошего вечера.